Уроандрологические патологии занимают 70% от общего числа врожденных аномалий. Сегодня предотвращать серьезные осложнения проще, благодаря ранней диагностике. Вообще контингент больных очень помолодел. И связано это с улучшением диагностической базы. И если раньше мы очень часто получали детей в 5, 6, в 10 лет, когда какие-то появлялись уже такие достаточно отсроченные, тяжелые последствия заболеваний, то сейчас мы часто знаем, что ребенок должен родиться больным. Потому что ультразвуковая диагностика, рентген-диагностика и так далее, они позволяют ставить диагноз рано. Врачи говорят, не нужно ждать светил медицины из столицы. Поможет и местный ортопед. Ребенок должен наблюдаться ортопедом с рождения. Если возникают какие-то проблемы, обязательно доктор это заметит. А задача родителей – выполнять рекомендации, которые дает врач. Потому что часто бывает такая ситуация. Пришли, показали ребенка, все, выслушали, следующий визит через 6 месяцев для контроля. Что-нибудь делали или нет? Некоторая безответственность, она мешает. После консультации часть юных курян отправятся в Москву для госпитализации в РДКБ. Врачи работают на базе областной детской больницы по графику. Следующий визит через 6 месяцев. Юлия Матвеева, Алексей Еременко, телеканал «Сеим».